Добрый день! В эфире InstaLive для абитуриентов. Наша постоянная рубрика, где абитуриенты и их родители могут задавать любые интересующие их вопросы о поступлении в Казанский федеральный университет в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях представители Института математики и механики имени Николая Лобачевского, а именно Руслан Рашидович Замалиев, заместитель директора по образовательной деятельности, а также Александр Алексеевич Агафонов, заведующий кафедрой высшей математики и математического моделирования. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Небольшая ремарочка. Сегодня мы больше всего будем говорить про педагогическое направление в данном институте, но если у вас появятся какие-то вопросы в целом о направлениях в Институте математики и механики имени Лобачевского, вы также можете их задавать. В конце мы обязательно на них ответим. Что ж, начнем с небольшой презентации. Передаю слово вам. Добрый день, уважаемые зрители. Меня зовут Агафонов Александр Алексеевич. Я расскажу вкратце о отделении педагогического образования Института математики и механики. Традиция математического образования в Казанском университете насчитывает многие годы. Еще со времен учебы здесь будущего великого геометра Николая Ивановича Лобачевского уровень преподавания математики в университете всегда был на высоком уровне. Сегодня Институт математики и механики носит имя Николая Ивановича Лобачевского и состоит из трех отделений. Одно из отделений – это отделение педагогического образования. Оно состоит из нескольких кафедр, в частности, кафедра высшей математики и математического моделирования, кафедра теории и технологий преподавания математики и информатики. Наше отделение готовит высококвалифицированных учителей математики и информатики. Ну, немножко цифр. По поступлению на 2022 год запланирована очная и заочная форма обучения. 25 бюджетных мест на каждой из форм. Значит, это студенты у нас на бакалавриате учатся 5 лет, ну, так как осваивают два профиля. Это учитель математики и учитель информатики. Что касается ЕГЭ, то на слайде приведены предметы. Это математика, обществознание и русский язык. Приведено минимальное количество баллов, необходимое для поступления. Также, значит, можно увидеть на слайде количество, численность студентов, обучающихся сейчас на нашем отделении. Ну и средний балл по ЕГЭ за последние несколько лет. Ну, здесь я бы хотел сказать, что это по трем предметам. Балл. Вот в прошлом году у нас средний балл был 247 баллов. Значит, кроме бакалавриата, с этого года студенты могут поступить в магистратуру. Значит, обучение проходит 2 года, называется магистратура математическое образование в цифровом обществе. И запланировано 15 бюджетных мест. Далее я хотел бы показать небольшой ролик, который презентует последнюю работу по учебным планам и программам по нашему направлению. То есть не секрет, что наш мир меняется и требует новых знаний, компетенций от, в том числе, учителей математики и информатики. Поэтому мы, значит, согласно гранту от Министерства цифровизации разработали учебный план, содержащий дисциплины с так называемыми сквозными цифровыми компетенциями. Ну, сейчас. Казанский федеральный университет представляет итоги работы над актуализацией основной профессиональной образовательной программы подготовки учителя математики, информатики и информационных технологий. На этапе сбора данных был проведен анализ потребностей потенциальных работодателей в профессиональных компетенциях выпускников по применению цифровых технологий в образовании. В опросе участвовало более 900 респондентов. По мнению учителей, наиболее значимыми для профессиональной деятельности являются сквозные технологии,
связанные с цифровым проектированием. Центральным ядром разрабатываемой образовательной программы стала концепция поэтапного формирования профессионально значимых и цифровых компетенций бакалавра, позволяющая выстроить оптимальную систему взаимосвязанных учебных дисциплин и практик. Реализацию данного подхода рассмотрим на примере формирования компетенции системного и критического мышления. Развитие компетенции происходит в процессе всего обучения, от курса информационной технологии в образовании в первом семестре до активного применения при проектировании цифровой образовательной среды на старших курсах. Кроме классических университетских курсов, в образовательную программу были включены около 40 учебных дисциплин и практик, направленных на развитие цифровых компетенций. С сентября 2021 года на педагогическом отделении Института математики и механики имени Лобачевского Казанского федерального университета апробируется 7 учебных курсов со сквозными цифровыми компетенциями. Будущий учитель должен уметь вовлекать школьников в игровые и олимпиадные соревнования по программированию. Для организации таких соревнований необходимо владение и технологией проектирования олимпиадных задач по информатике, и технологией организации соревнований по спортивному программированию. На занятиях по олимпиадному программированию одна команда студентов создает задачи на интернет-площадке polygoncodeforce.com для турниров, другая команда решает задачи на базе платформы Яндекс Контест. Электронное обучение становится неотъемлемой частью современного образования. В дисциплине проектирования электронных курсов каждый студент создает цифровой курс для обучения школьников или студентов в дистанционном или смешанном форматах. Это умение подбирать материал и адаптировать его для учеников. И в-третьих, это знать роль педагога и понимать, что он должен делать во время групповой формы работы. И четвертый пункт – это умение правильно оценивать групповые формы работы. В курсе «Математическое моделирование в системах компьютерной математики» студенты овладевают программированием процедур моделирования математических объектов, в частности, создают геометрические модели двумерных и трехмерных объектов, сплайны и фрактальные алгоритмы. Ориентироваться в применении сквозных цифровых технологий и в выборе специальных курсов по их углубленному изучению студентам помогает курс «Сквозные технологии в математическом образовании». Они получают базовые представления об аппаратных и программных средствах реализации сквозных цифровых технологий и впервые применяют их при решении профессиональных задач. Для создания мобильных приложений студенты изучают среду визуальной обработки Android-приложений App Inventor. В область аддитивных технологий их погружает специальный курс по 3D-моделированию и печати. Ранее приобретенные навыки программирования на языке Python, библиотеки обработки и визуализации данных активно используются в реализации методов машинного обучения. Актуализация образовательной программы и успешная апробация дисциплин с использованием сквозных цифровых технологий позволили разработать комплекс учебно-методических материалов для тиражирования опыта в вузах страны. Моделирование и печать. Моделирование интеллектуальных систем. Ну и на слайде я привел некоторые примеры дипломных работ студентов, выпускных квалификационных работ студентов. Значит, ну это, естественно, только часть. Студенты работают на разных кафедрах по разным направлениям, ну и вот в том числе их деятельность может быть связана с применением новых цифровых технологий в образовательном процессе, и с навыками и знаниями, полученными у нас, они успешно устраиваются в школы. Это, наверное, отдельно нужно отметить, что сейчас у нас есть нехватка учителей большая, много вакансий открытых учителей математики и информатики постоянно обращаются к нам с просьбой помочь трудоустроить кого-то даже из студентов. То есть сейчас уже согласно законодательству студенты старших курсов имеют право и возможность работать в школах. И я не знаю, хорошо это или плохо. С одной стороны, может быть,
это как-то ослабевает образовательный процесс, то, что студенты уже работают на старших курсах, но это вот наши реалии, данность, и поэтому, значит, те студенты, которые целенаправленно идут получать профессию учителя, имеют возможность апробировать свои знания и умения не только в рамках практик наших, но и уже работая в школах на старших курсах. Далее. Студенты имеют возможность со второго курса участвовать в исследовательских группах, заниматься в научных кружках, участвовать в научных конференциях, олимпиадах, конкурсах. Наш институт и научно-образовательный центр ежегодно организуют школьные конференции, Лобачевские чтения, математическое образование будущего, конкурс на лучшую студенческую работу Лобачевский 21 век, олимпиады по программированию, по математике, в которых участвуют студенты вузов Приволжского федерального округа и других регионов страны. Также руководить научными исследованиями студентов могут и наши коллеги, зарубежные ученые. Под их руководством в онлайн-режиме студенты пишут дипломные работы. А раз в год в марте ученые приезжают для участия в форуме по математическому образованию. Студенты выигрывают гранты на обучение по программам обмена в университеты разных стран продолжительностью от 3 месяцев до года. Вот на слайде некоторые примеры. Также наши студенты имеют возможность апробировать свои знания и навыки в региональном образовательном центре «Сириус» и вот в Республиканском центре выявления и поддержки одаренных детей и молодежи Татарстана. Как раз организован образовательный центр по модели «Сириус», в котором мы проводим несколько профильных программ по математике и информатике. Наши студенты имеют возможность выступать там в качестве педагогов, преподавателей. Ну и далее по сотрудничеству, ну, в рамках сотрудничества с образовательным центром, некоторые студенты имеют возможность проходить стажировки в Сочи, ну, уже в головном центре «Сириуса». Ну, далее, значит, примеры выпускников наших за вот несколько последних лет. Можно отметить, что большой процент наших выпускников идет, конечно же, работать по специальности. Вообще ребята поступают к нам в основном по призванию, и много высококвалифицированных учителей информатики и математики далее идут в школы нашего региона и, значит, участвуют в различных конкурсах, становятся лауреатами, победителями, ну и также успешно продвигаются по карьерной лестнице. Ну, это вот некоторые примеры, значит, вот выпускников последних лет. Так, ну и вот контакты, это мои контакты. Я еще раз напомню, я Агафонов Александр Алексеевич, заведующий кафедрой высшей математики и математического моделирования. Ну и также Шакирова Лиана Рафиковна, которая, к сожалению, сегодня не смогла принять участие в нашей программе, заведующий кафедрой теории и технологии преподавания математики и информатики. Наши контакты здесь указаны. Пожалуйста, обращайтесь, будем рады ответить на все вопросы интересующие, подсказать, помочь определиться, если у вас есть какой-то сейчас выбор, идти к нам или не идти. Ну вот это некоторое такое вводное слово. Спасибо большое за подробную презентацию. Ну а мы перемещаемся постепенно к списку вопросов, и начнем мы, наверное, с самого пугающего слова для всех будущих абитуриентов. С момента, как только они пришли к слову ЕГЭ. ЕГЭ. Что нужно сдавать? Например, конкретный вопрос для поступления на направление педагогическое образование. Какие предметы ЕГЭ? Так, ну давайте вернемся к нашему слайду. Вот здесь указано то, что для поступления к нам в наше отделение нужно сдавать ЕГЭ по математике,
Значит, минимальный проходной балл это 39. Ну, это на контракт надо отметить, что это проходной балл. Ну, то есть это минимальный балл, с которым вы можете подать заявление, но это не значит, что с этим баллом вы сможете пройти на бюджет. Да, естественно, да. У нас конкурсная основа, вот, обществознание и русский язык. Угу. А если мы говорим о контракте, то получается, даже если абитуриент набирает минимальный балл, он, в принципе, может претендовать на место? Да. Если он набрал минимальный балл, он имеет право претендовать на место. Есть некоторые ограничения по количеству людей, которые мы можем принять на контракт. Но обычно все желающие, кто хочет попасть, они попадают. То есть тут человек должен решить для себя, сможет ли он дальше учиться. Но, в принципе, попытку как бы... Потому что всякие бывают случаи, бывают люди, когда они сдают не потому, что они там не знают, а потому что у них... Там что-то не болели, еще какие-то были ситуации, когда вот, ну, как говорят, завалил. Ну, поэтому попытку мы даем, а дальше уже, как человек себе покажет, так и будет. Понятное дело, что проходной балл каждый год, он разный, да? Но есть какая-то примерная цифра, то есть, например, ученик, точнее, уже абитуриент, смотрит на него и уже приблизительно знает, что на бюджет он с ним не попадет? Ну... Конечно же, это зависит непосредственно год от года, там разные цифры бывают, разные обстоятельства, но вот значит, на данном слайде приведена статистика вот, за значит, поступающих на педагогическое образование к нам в Институт математики и механики с 2017 года. Вот в 2017 году средний проходной балл был 251, потом 252, 249, 258, ну и в прошлом году 247. Это по трем предметам. Угу. То есть в среднем мы ориентируемся где-то на 250. Ну, можно сказать так, да, что вот с этими баллами вы, скорее всего, наверняка точно попадете. Вот. А по поводу вопроса, есть ли какой-то минимальный балл, с которым он, скорее всего, не попадет, вот здесь все очень... индивидуально, в каждом году, каждый год очень по-разному, и вот эти последние места там ну, так не угадаешь даже во время приемной кампании. То есть может быть попасть любой человек с очень маленьким баллом, потому что кто-то свыше испугался и забрал заявление, документы в последний момент, а может и не попасть человек достаточно хорошими баллами. Но обычно мы делаем так, мы во время приемной кампании, то есть если вы к нам подаете заявление, мы начинаем сверху списка абитуриентов обзванивать и интересуемся, какие у них планы, подали ли они уже куда-то оригинал, на каком у них приоритете. И поэтому ближе к дате приказа, еще до приказа, мы примерно, у нас есть такая более-менее точная картина, какой реальный конкурс, сколько человек до вас там уже отсеялись, на самом деле они оригиналы подали в другие вузы, и там они, скорее всего, пройдут. Поэтому самый лучший вариант – это позвонить в деканат. То есть если вы подали заявление, и вот вы сомневаетесь, а вдруг я не пройду, вдруг пойду, а что-то людей сверху много, позвоните в деканат, и мы вам скажем там какие-то ваши шансы. То есть, понятно, что это будет все равно приблизительное значение, потому что, по крайней мере… Какую-то вероятность можем вам сказать. Давайте поговорим о неком спасательном круге для некоторых абитуриентов, а именно о дополнительных баллах. Можно ли их набрать и за что они даются? Да, дополнительные баллы даются. Ну, к примеру, за аттестат, да? За отличный аттестат. Ну, вот я сейчас боюсь, конечно, соврать тут. Самый лучший способ, конечно, это зайти, открыть правила приема и посмотреть там полный список, что за что дают. На сайте университета он уже есть. Вот. Из того, что я помню, это был значок ГТО, с которого давали дополнительные баллы. Потом, если вы победитель или призер Олимпиады первого или второго уровня всероссийских, то тоже у вас там либо 100 баллов, либо без экзаменов. Надо, наверное, сказать, что эти вот дополнительные баллы, они не свойственны только нашему институту, они в целом по университету, поэтому информация, она единая, общая, и в приемной комиссии, да, на сайте можно общую информацию, с этой информацией ознакомиться, детальнее. Да, потому что есть ряд олимпиад, он список достаточно большой, по которым есть и дополнительные баллы, и есть там, где
приравниваются к стабальникам. Но такие возможности есть. Что насчет заочного отделения? Есть ли оно? Да, у нас имеется заочное отделение по направлению 440301 «Математика и информационные технологии в образовании». Заочная форма обучения. В 2022 году планируется 25 бюджетных мест. Те же самые экзамены ЕГЭ при поступлении, но возможно и поступление со средним профессиональным образованием после соответствующих колледжей. Вот там, значит, внутренние испытания. Для выпускников по определенным именно направлениям. С этими направлениями можно ознакомиться в плане приема на сайте Федерального университета. И, значит, вот кто закончил по данным направлениям, тот имеет возможность участвовать во внутренних испытаниях КФУ и, соответственно, без ЕГЭ, вот по результатам внутренних испытаний тоже поступать. А вот как раз-таки эти внутренние испытания, они проводятся в самом институте или же онлайн? Ну, здесь они будут проходить точно в университете. По поводу онлайн, не онлайн, наверное, все-таки лучше ближе уточнить. Наверное, да, тут ближе к экзаменам, какая у вас будет обстановка. Но вообще должны быть очно. Но это не институт, это проводит университет. То есть они централизованы на весь университет. То есть если это математика, то она для всех математика. Когда начинается прием документов? Так, слайд показать. Да, да. Сейчас, секундочку. Там 20-25. Сейчас мы немножко подготовились, у нас есть подсказки. Так. Еще дальше. Да, вот это, наверное, да, сроки проведения приема. Вот у нас с 20 июня можно подавать уже заявление. То есть к нам подавать заявление достаточно легко. То есть достаточно через сайт зарегистрироваться в личном кабинете «Буду студентом», заполнить там все о себе данные. Данные о ЕГЭ ваши там автоматически подгрузятся, все ваши баллы у ЕГЭ. Вот. И до 25 июля завершается прием заявлений, если вы поступаете по ЕГЭ. Если вы поступаете по внутренним испытаниям, там чуть пораньше, потому что там еще будет некоторый период, когда вы должны успеть сдать экзамен внутренний. После этого у вас будет время, чтобы определиться и выбрать, куда же все-таки положить оригинал. По-моему, 28 июля будет зачисление «Приоритетная волна», и 3 августа – это те, кто зачисляются по общему конкурсу. Для многих студентов важна практика. И следующий вопрос как раз-таки звучит так. Как и где проходит практика у студентов педагогического направления? Ну, у нас есть разные виды практик, в том числе и, значит, на студенты старших курсах проходят практику педагогическую в школах нашего города. То есть у нас есть соглашение, значит, о прохождении практик, и, соответственно, то есть практики есть разные, но вот в том числе и, значит, порядка где-то месяца на четвертом курсе, даже больше, да, около 2 месяцев, и на 5-м курсе студенты проходят практику в школах города. Да, ну, они и раньше там так и начинается плавное внедрение в профессию, то есть сначала они ходят, просто смотрят на уроки. Ознакомительная практика. Потом у них летом на 2-м или на 3-м курсе там есть вожатская деятельность, то есть практика, которая проходит в лагерях. Там либо это школьные лагеря, либо это летние лагеря. Вот. И потом уже на старших курсах, когда они прошли уже основные все предметы, прошли методику преподавания, они идут в школу и уже в школе пробуют вести педагогическую свою практику. И кроме этого, у нас есть научно-исследовательская практика, то есть это та практика, которую студенты проходят их на кафедрах, то есть именно по своей какой-то научной деятельности, там, по тематике либо курсовой работы, либо по тематике дипломной работы. Возвращаемся к баллам. Следующий вопрос звучит так. Могут ли учитываться баллы по результатам ЕГЭ и вступительным испытаниям отдельно? То есть, например, баллы по русскому ЕГЭ, а по математике вступительные? Хороший вопрос.
Я думаю, лучше на горячую линию приемной комиссии позвонить, потому что такой вопрос, ну, нестандартная ситуация, там они более квалифицированно ответят. Следующий вопрос касается вступительного испытания, а именно где найти образец вступительного испытания по математике? Значит, они, ну, вообще вступительные внутренние испытания по математике, они сделаны по аналогии с ЕГЭ, то есть это примерно что-то похожее на ЕГЭ, можно ориентироваться. Ну и можно посмотреть программу вступительных испытаний по математике, там есть требования, какие темы, какие задания, то есть либо в программе вступительного испытания, либо, ну, лучше всего ориентироваться на ЕГЭ. То есть, если хорошо поискать, то подготовиться, в принципе, и натаскать себя можно. Да. Угу. Следующий не менее интересный вопрос. Можно ли на вступительном по математике использовать калькулятор? Нет, у нас нельзя. То есть, в правилах вступительного испытания это четко написано, что использовать калькулятор нельзя. А что касается других каких-то, там, линейка, транспортир? Линейка, транспортир можно, значит, учебники нельзя. Ну, ручка, бумага, линейка, транспортир, да. Никаких шпаргалок, там, записок с формулами, этого ничего нельзя. Теперь давайте поговорим о магистратуре. Есть ли в вашем институте магистратура по педагогическому направлению? Ну, значит, так получилось, что магистратура по, именно по педагогическому направлению была в нашем институте. Потом, значит, несколько лет она была передана в Институт психологии и образования, и вот с этого года она возвращается обратно в наш институт. То есть в 2022 году будет, ну, вот такой первый набор в магистратуру, вот, значит, после возвращения в наш институт. То есть это будет первый набор. Два года обучения в магистратуре, направление, как я уже сказал, математическое образование в цифровом обществе, оно будет называться. Хорошая возможность, кто закончил боковой ряд, допустим, не по педнаправлению, и все-таки он понял, что его тянет там работать со школьниками, это закончить магистратуру два года, и у вас уже есть диплом педагогический. То есть это такой... 15 бюджетных мест планируется. Да, вот это наше такое преимущество. То есть у нас есть бюджетные места и в магистратуре. Особо хочется отметить бюджетные места у заочников. Это тоже так, человек, если он работает и вот хочет как-то повысить квалификацию, либо связать себя с работой, с детьми, я так скажу, не только со школьниками, только со школой поступить. То есть у нас там 25 бюджетных мест. То есть для заочного направления достаточно много и шансы большие поступить. Что ж, заключительный вопрос. Есть ли в вашем институте дни открытых дверей? Да, это тоже слайд был. Да, у нас вот. Есть, но мы в основном перешли на онлайн. Вот здесь вот есть QR-код, кто в Инстаграме может заскринить. Это ссылка вообще на сайт приемной комиссии, где есть все дни открытых дверей всех институтов. Вот. Ну вот это наши. Угу. А вот давайте. Ближайший у нас будет 24 февраля в 6 часов вечера. Он будет онлайн проходить в Zoom. Вот. И в марте мы будем проводить очный, тем, кто хочет хоть все-таки к нам прийти и посмотреть, 13.30, день недели, не знаю, но 26 марта. А вот что именно предполагает день открытых дверей? Что ребятам будет показано? Обычно мы на дне открытых дверей больше рассказываем и общаемся. То есть так такового показать у нас вся красота внутри, и ее как бы вот так раскрыть неподготовленному человеку тяжело. Вот поэтому мы больше рассказываем. Ну, часто бывает о чем, что у школьников такое достаточно предвзятое мнение, что направление – это вот только учитель математики и все. Там, математик или механик. Механик – это вообще непонятно, что там болты крутить. Математик – это тоже, скорее всего, что-то типа учителя, либо педагог. А на самом деле все это достаточно намного шире. Вот даже там на слайдах были, раз мы по педнаправлению говорим, то есть наши выпускники, они и педагоги, и математики, и программисты. И в то же время они умеют там работать и строить мат-модели, и общаться с людьми. То есть это такой универсальный человек, он может
и чего-то других обучить, и сам много что знает, и достаточно, ну, даже по тем примерам курсовых работ, там можно посмотреть дипломных, чем только не занимаются наши выпускники, там, от создания роботов до написания каких-то методических разработок. И вот мы об этом всем рассказываем тем, кто к нам придет. Отлично. Что ж, я хочу поблагодарить вас за эту беседу. Спасибо, что пришли. Я напоминаю, что сегодня у нас в гостях были представители Института математики и механики имени Николая Лобачевского Казанского федерального университета. Ну а я с вами прощаюсь, дорогие друзья. Не пропускайте наши следующие выпуски. И до новых встреч!